Сделать прививку от коронавируса теперь можно и в северном микрорайоне, в торговом центре «Феникс». Как говорят сами врачи, раньше тут были только выездные ФАПы, а с наступлением холодов процедуру начали делать в теплом помещении. Как показывает практика, людям удобно делать в торговых центрах. Потому что в поликлинике это запись, многие думают, что туда не попасть, а здесь доступность. Всего у выездного пункта с собой 100 доз вакцины. Это «Спутник Лайт» и «Гамковивак». Также в новом пункте все желающие смогут привиться и от гриппа. Работать точка будет почетным числом с 15 до 19 часов. Желающим привиться с собой нужно взять паспорт, страховой полис и СНИЛС.